أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, уважаемый джамаат, сегодня пятница, очередной праздничный день, день, который Всевышний Аллах изменил общине умма, умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы объединить нас, чтобы сплотить наши ряды, для того, чтобы даровать истинные знания о своей религии, для того, чтобы уберечь нас от греховного. Сегодня пятница, и в этот день каждому мусульманину является фардом, то есть обязанностью посетить мечеть. Кто не посещает в этот день мечеть и не приобщается к коллективному богослужению, коллективному намазу, тот является грешником и должен делать тауба, то есть покаяние. Получать религиозные знания – это также фарз. Давать религиозные знания и получать религиозные знания фаридатун, то есть является обязанностью для каждого мусульманина и мусульманки, как говорится в хадисе. Сегодня мы почитаем один хадис, очень ценный хадис, в котором говорится о том, как бедуин, один бедуин, араб, то есть бедуин — это житель пустыни, который пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и начал ему задавать вопросы, на которые посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, давал исчерпывающие ответы. Сегодня наша умма находится в упадке. Из-за чего? Из-за нашего с вами поведения. То есть мы не соизмеряем, многие из нас не соизмеряют свои действия с установлениями шариата, установлениями нашей религии, установлениями ислама. Поэтому баракат забирается из общины. И силу Аллах дает нашим врагам. И сегодня так и есть. Посмотрите на события, которые происходят в мире. Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Это все не просто так. Когда благочестие общины уходят, когда на смену добрым деяниям встают грехи, тогда сила ума уходит. И сила эта переходит, Аллах дает эту силу врагам ислама, врагам религии, усиливает их и тем самым подвергает уму испытанию. Халид бин Валид сказал, разъяллаху анху, Халид бин Валид — это один из именитых сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которого называли Сейфуллах, меч Аллаха, который был величайшим из полководцев того времени. Под его предводительством были разбиты войска персов, войска римлян в то время. Халид бин Валид, радиаллаху анху, сказал, однажды посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел бедуин, кочевой раб, и, обратившись к нему, сказал, «О посланник Аллаха, я пришел к тебе спросить о том, что принесет мне пользу в этой и загробной жизни». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, спрашивай о том, что тебя волнует. И тот спросил, я хочу быть самым знающим человеком. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, будь богобоязненным, станешь самым знающим человеком. То есть только богобоязненным дается истинное знание. Никогда знание, так как это святыня, и сокровищность Аллаха, она не дается пасекам, она не дается грешникам.
Ильм дается только богобоязненным. И тут говорит посланник Аллаха, говорит бедуину, но это относится, конечно, ко всей нашей умме. То есть говорится, будьте богобоязненными и изучайте религию Аллаха, и Аллах даст вам знания этой религии. Дальше он спросил, я желаю быть самым богатым человеком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, будь довольствующимся малым, станешь самым богатым человеком. Довольствуйся, говорит, малым. То есть, богатый человек, как переводится, если расшифровать слово «богатый», это значит ни в чем не нуждающийся. Если даже у человека мало денег, но он не нуждается в них, он довольствуется малым, он говорит, мне достаточно, и больше мне не надо. Он богатый человек. К одному шейху подошел один купец, один торговец, богатый человек, и сказал, о шейх, я хочу дать тебе 1000 динаров. Шейх сказал, мне не нужны эти динары, я не нуждаюсь в них. Шейх ему сказал, если бы тебе предложили 1000 динаров, ты бы взял их? Он сказал, да, я бы взял их. И шейх сказал, поэтому ты беднее меня, а я богаче тебя, потому что я не нуждаюсь в деньгах, а ты нуждаешься. В этом и заключается суть богатства. Довольствуйся малым, говорится, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и станешь самым богатым человеком. Дальше. Бедуин спрашивает, я хочу быть самым справедливым человеком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает, желай для людей того, что желаешь для себя. Будешь самым справедливым человеком. Говорится в хадисе Расулуллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. То есть говорится, не уверует до конца тот из вас, который не желает своему собрату того, что желает для самого себя. То есть мы, если говорится иналь-мукмину ихва, то есть все братья, все мусульмане-братья, мы должны, соответственно, считать наших собратьев именно кровными братьями и относиться к ним, как положено относиться к кровным братьям даже, то есть в обычных делах. Например, если сели за стол, за дастархан, поставили перед вами тарелку с кусками мяса. Любой из нас возьмет самый лучший кусок. Это всегда так было. Но человек должен, мусульманин, если он на самом деле знающий, он должен взять худший кусочек мяса, а лучший пожелать своему собрату. Вот и говорится, желая своему брату то, что желаешь себе. Вот в этих мелочах это и проявляется. То есть деяния, поступки человека, они должны свидетельствовать о нашем имане. Мы можем говорить всякое, мы можем думать всякое. Но поступки мы должны свои соизмерять законами ислама и с повелениями шариата. Дальше бедуин продолжит. Я хочу быть наилучшим человеком. Посланник Аллаха сасалям говорит, будь полезным для людей, станешь наилучшим человеком. Будь полезным для мусульман. Полезны ли мы сегодня для мусульман? Надо себе задать вопрос, что мы делаем для того, чтобы быть полезными умми? Что мы делаем для того, чтобы быть полезными
хотя бы своему собрату, который рядом с нами находится. Помогайте братьям, дарите подарки, приближайтесь друг к другу. Говорится, посланнику Аллаха со салям задали вопрос. Айю ислами абдаль. То есть какой ислам самый лучший? Какой ислам самый лучший? Оля, то есть он сказал, «Мен салима муслимина мин лисанихи ва ядихи». Это означает, какой ислам самый лучший? Посланник Аллаха с салям говорит, ислам того, кто не причиняет, кто не причинит мусульманину вреда ни словом, ни делом. Говорится, «Мин лисанихи ва ядихи». То есть от языка его и от руки его нету, не бывает мусульманам вреда. Это и есть самый лучший ислам. Человек, который приносит пользу своему брату, и от которого нету умми и нету отдельным мусульманам вреда. Ни от руки, ни от языка. Дальше спрашивает бедуин. Я хочу быть особым перед Аллахом. То есть я напоминаю для тех, кто только пришел, что идет разговор бедуина, то есть жителя пустыни араба с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И продолжает. Я хочу быть особым перед Аллахом. Особенно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, упоминай Аллаха много, станешь особым перед Аллахом. Упоминай Аллаха много, то есть делай дикр много, и станешь особенным перед Аллахом. Аллах Всевышний относится к тебе, о мусульманин, именно так же, как ты относишься к Всевышнему Аллаху. И помнит Он тебя ровно столько же, сколько ты помнишь Аллаха. Сколько ты помогаешь на пути Аллаха, так и Всевышний Аллах поможет, ровно столько же поможет и в твоих деяниях. В твоих делах и даже в бизнесе. То есть ровно столько, сколько ты помогаешь на пути Всевышнего Аллаха. То есть здесь говорится о зикре, о поминании Всевышнего Аллаха. Абдалю дакри ля иляха илляллах, ва абдалю дуа и альхамду лиллях. Самый лучший зикр – это слова «Ля иляха илляллах», وأفضل الدعاء, то есть и самое лучшее дуа, الحمد لله. Это говорит тоже посланник Аллаха в своем священном хадисе. Даже говорится один раз прочитать суру, прочитать аят Аль-Курси. Многие из нас знают, наверное, все, наверное, скорее всего, знают аят Аль-Курси. Стоит один раз его прочитать, и посланник Аллаха говорит, этому человеку записывается такое благодеяние, такой саваб, такой аджр, как будто он делал ибада, то есть совершал намаз в течение 70 лет. В течение 70 лет. Один раз прочитав аят Аль-Курси. Размышлять над смыслом жизни, над смыслом творения, над сифатами, над качествами Всевышнего Аллаха, это тоже великое благодеяние, за которое записывается саваб. Говорится, посланник Аллаха, салям, говорит, что на 60 лет поклонения записывается тому человеку, который один час всего лишь размышляет об Аллахе. То есть занимает свои мысли не мирскими, не какими-то делами мирскими, а именно мыслями об Аллахе. Размышляет об ангелах, о религии, о смысле этого всего, о смысле жизни, об украшении нафса и так далее и тому подобное, о религиозных вещах. То есть один час размышления на эти темы. За это записывается, как будто он 60 лет совершал беспрерывно поклонение.
Дальше продолжает Бдуин. Он говорит: «Я желаю, чтобы усовершенствовалась моя вера в Аллаха». То есть мой иман стал совершенным, он говорит. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Улучши свой нрав, усовершенствуется твоя вера в Аллаха». Улучши свой нрав, то есть свой характер. Свой характер нужно привести в порядок с повелениями ислама и с повелениями шариата. Что такое характер? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: самый лучший из вас — это тот, кто имеет благой нрав, то есть благой характер. Что такое характер? Это душевный настрой человека, который дается еще до его рождения в утробе матери. Через 120 дней после зачатия ребенка, то есть ровно через 4 месяца, ангел посылается от Всевышнего Аллаха, и ребенку еще в утробе матери закладывается характер, и его нельзя исправить. Его нельзя исправить. Но деяния свои мы исправить можем. Деяния свои мы исправить можем. Приводится хадис, где говорится, что аглюджанна, то есть люди рая, отличаются тем, что именно на лице их всегда улыбка, на лице их всегда доброта и расположенность. На языке у него только хорошие слова и нету мрачных или плохих слов. То есть с ним всегда охота общаться. Он излучает добро. К нему всегда хочется прийти за советом. Он никогда не делает гайбат, он никогда не делает поклёб. Он всегда говорит только хорошие вещи. Вот этот человек и обладает хорошим характером, хорошим нравом. И говорит посланник Аллаха: улучши свой нрав, усовершенствуется и твой иман. Дальше бедуин говорит: Я желаю быть из числа усиленно служащих Аллаху, усиленно поклоняющихся. Посланник Аллаха сасалям отвечает: служи Аллаху так, как будто ты его видишь, хоть ты его и не видишь. Но ведь поистине он видит тебя. То есть видеть Аллаха как? Видеть Аллаха, то есть познать его. Но для тех, кто не познал, то есть говорится, да, ты его не видишь, то есть ты его не познал. Но ведь поистине он тебя видит. Как этого добиться? Например, в молитве, например, в намазе. Мы должны чувствовать себя как провинившийся ребенок стоит перед своим отцом. Мы должны чувствовать себя, например, я вам приведу пример, если вы идете по полю, где пасется отара овец, и, естественно, вокруг отара овец крутятся собаки. Пастушки, собаки, которые подчиняются, у которых хозяин пастух. И если вы будете подходить к этой отаре, конечно, собаки могут напасть на вас. Наверняка они будут нападать, чтобы вас покусать. И в этот момент, если вы будете драться с ними, даже палкой, камнем, они будут только злее. В этот момент что нужно? Нужно призвать пастуха, хозяина этих собак. И тогда он успокоит их и отгонит. И когда мы находимся в намазе, мы должны быть как тот человек, вокруг которого бьются собаки, чтобы съесть его, чтобы покусать его. Эти собаки — это значит шайтаны, которые сбивают нас постоянно в намазе. И только мы надеемся на Аллаха, который перед нами,
и который не дает, который ограждает нас от этих собак, то есть от этих шайтанов. В намазе мы должны чувствовать себя именно такими, беспомощными. Только от Аллаха зависит, собьет нас шайтан или нет. Что с нами будет, что с нами случится, только зависит от Всевышнего Аллаха и ни от кого больше. То есть это так понимается слово «видеть Аллаха», «видеть Аллаха». То есть мы не должны представлять, какой Аллах перед нами. Мы должны представлять, какие мы перед Аллахом. А поистине мы беспомощные, жалкие рабы перед Всевышним Аллахом. Так мы должны думать. Ведь истинно возвеличить Аллаха, истинно, искренне сердцем, возможно только унизив себя перед Ним. А унизив себя только можно возвеличить Аллаха, субхану ва тааля. Дальше бедуин продолжил. Он говорит: «Я желаю быть из числа послушных рабов Аллаха». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Исполняй обязанности, возложенные Аллахом на тебя. Будешь из числа послушных рабов Его». То есть, выполняй все предписания ислама, и ты запишешься в числе послушных рабов Аллаха. И войдешь в двери рая, в ворота рая, которые только захочешь. Иншаллах. Дальше бедуин говорит посланнику Аллаха, я желаю воскреснуть в судный день озаренным светом. То есть я желаю, говорит, воскреснуть с нуром, чтобы нур озарял все вокруг меня. Посланник Аллаха говорит: не угнетай себя и не угнетай других. Воскреснешь в судный день озаренным светом. То есть не причинять вреда ни себе, ни творению. Ни себе, ни творением. Ведь Аллах Всевышний отнесется к вам так же, как вы относились в этом мире к творениям Аллаха. В первую очередь к людям. Если вы были грубы с ними, так же Аллах будет с вами в судный день. Если вы притесняли их, Аллах притеснит вас в судный день. Если вы не прощали, Аллах вас не простит. Если вы не проявляли милость к людям, Аллах и к вам милость не проявит в судный день. Это соответствует хадису посланника Аллаха, который говорит, что Аллах будет относиться к вам так же, как вы относитесь к творениям. А творение — это не только люди, даже животные. Даже деревья. Все это принадлежит Аллаху. И мы все это должны уважать, беречь и уважительно относиться. И также, ровно так же, Аллах Всевышний, субханаху ва тааля, будет относиться и к нам в судный день. Дальше говорит бедуин: «Я желаю, чтобы мой Господь смилостивился надо мной в судный день». Посланник Аллаха салям отвечает: «Смилуйся над собой и смилуйся над его рабами, и смилуется над тобой твой Господь в судный день», о чем мы и говорили. А судный день без милости Аллаха мы никак не обойдемся. Говорится, что судный день, как настанет судный день, когда люди будут собраны вместе на шар, вместе, где человечество будет давать отчет за содеянные им деяния, судный день не будет начинаться еще 40 лет. И такая палящая жара будет стоять в этот день, так будет тесно людям. А тесно от того, что сейчас след от стопы, там будет стоять на этом следе 70 стоп, 70 ног. То есть люди будут меньше по размерам в судный день. И так от начала времен,
от начала сотворения Адама до сегодняшних дней и до судного дня человечество теряет в своем росте. Например, Адам, алейхиссалям, он был ростом, как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, 60 локтей. 60 локтей, локоть — это расстояние 50 сантиметров. То есть можно посчитать, там несложно, 30 метров был в высоту Адама, алейхиссалям. 30 метров. Но Нух, алейхиссалям, был уже 20 метров. Нух, алейхиссалям. А прошло несколько тысяч лет. То есть за несколько тысяч лет уже человек практически вдвое стал меньше. И мы все уменьшаемся. И к судному дню мы, человечество уже будет совсем маленькое. И говорится, что в судный день будут выведены люди маленького роста, чтобы все вместились на земле. И на одной стопе, где сейчас мы ставим одну ногу, вот то место, на том месте 70 ног будет помещаться в судный день. Дальше Бедуин продолжил. Я желаю, чтобы мои грехи стали меньше. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает: постоянно проси прощения своих грехов, и станут твои грехи меньше. То есть говори астагфируллах. Астагфируллах алазим ва тубу илейк. То есть проси постоянно прощения, говорит посланник Аллаха. Но для того, чтобы просить прощения, недостаточно только сказать слова астагфируллах. Надо еще иметь намерение никогда больше не повторять этот грех. Тогда, только тогда, и никак иначе, принимается твое тауба. Если ты согрешил, если ты пил, или делал зина, или своровал, или постоянно сквернословишь, делаешь гиба, и просишь у Аллаха Всевышнего прощения, но намерения у тебя нету, то есть ты думаешь, я завтра опять это буду делать, а послезавтра опять это сделаю. Это тауба не принимается. Хотя вы думаете, что оно принято. Но это тауба без соответствующего намерения не совершать этот грех не принимается. И обязательно вам будет наказание за это. И иншаллах в этом мире, а не в следующем. Потому что наказание этого мира 100 крат меньше, чем наказание мира следующего. Дальше Бедуин продолжил. Я желаю быть самым уважаемым человеком. Посланник Аллаха Сусалим говорит: не говори людям никогда о своих проблемах. То есть не жалуйся, не раскрывай свои проблемы. Решай их сам, довольствуйся помощью Аллаха Всевышнего и то, что Он тебе дает, и решай проблемы сам. Не говори людям никогда о своих проблемах, и будешь самым уважаемым человеком. Говорит посланник Аллаха. Дальше Бедуин продолжил. Я желаю быть самым сильным человеком. Уповай на Аллаха, говорит пророк Мухаммад. Уповай на Аллаха, будешь самым сильным человеком. Уповай на Аллаха и будешь самым сильным человеком. То есть совершай таваккуль. Надейся на Всевышнего Аллаха всем сердцем. Если 100% нету таваккуля, Всевышний Аллах, на него ты можешь не рассчитывать. Рассчитывай только на свои силы. Только 100% таваккуль. То есть когда таваккуль — это надежда на Всевышнего Аллаха. То есть когда мы все надежды возлагаем на Всевышнего Аллаха, Аллах Всевышний просто стесняется оставить нас в беде или не выполнить нашу просьбу. Дальше Бедуин продолжает. Я желаю, чтобы Аллах увеличил мой земной удел, ризк. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: будь постоянно чистым и в состоянии омовения, и увеличит Аллах твой земной удел. То есть надо быть постоянно в состоянии тагарата. Надо быть постоянно в состоянии ритуального омовения, ритуальной чистоты.
Мы ведь знаем, что посланник Аллаха даже на землю не ступал, если у него не было награда, если у него не было омовения. Он стеснялся ступать на землю, принадлежащую и созданную Всевышним Аллахом, без омовения. И вы тоже старайтесь всегда быть в омовении. И ангелы будут вокруг вас, и шайтаны потеряют над вами власть и силу. Посланник Аллаха, сасалим, говорится, что даже проснувшись утром, он не вставал на землю, пока не совершал даже тайяммум, то есть омовение без воды. Даже есть такие хадисы. То есть он никогда не ходил без ритуального омовения, то есть без состояния тагарата, никогда не ходил по земле Аллаха. Дальше бедуин продолжает. Я желаю быть из числа любимцев Аллаха субхану ва тааля и его посланника сасаля. Из числа любимцев. Полюби, говорит посланник Аллаха, то, что любят Аллах и посланник его, и будешь из числа их любимцев. То есть полюби то, что любит Всевышний Аллах и любит посланник Аллаха сасаля. А что это? Какие это вещи? Это в первую очередь, конечно, ислам, Куран священный, это Ахль-Бейт, то есть домочадцы пророка, это ближайшие родственники, это сподвижники, асхабы кирам, это мечети, это все святыни ислама. Полюби их, и Аллах полюбит тебя, говорится от посланника Аллаха. Дальше продолжает бедуин. Две машины под номерами 696 и 808 Тойоты надо убрать срочно, потому что перегородили проезд полностью. Владельцы, встаньте, уберите их. Дальше бедуин продолжает. Я желаю быть в безопасности от гнева Аллаха в судный день. Отвечает посланник Аллаха сасалям. Не гневайся ни на кого из создания Аллаха, и будешь в безопасности от гнева Аллаха в судный день. Сделайте так, чтобы гнев был вашим слугой и вашим рабом, а не вы были слугой гнева. Сдерживайте свой гнев. Ибо сдержать свой гнев – это признак мужественности. А поддаться своему гневу – это признак слабости. Если мы, конечно, мусульмане. Я желаю, говорит бедуин, чтобы моя мольба, дуа, принималась Аллахом. Посланник Аллаха, сусалям, отвечает, остерегайся употреблять запрещенное, запретное, харам. И примет Аллах твою мольбу. То есть, если человек отстраняется от запрещенного, в первую очередь здесь говорится о запрещенной в еде, то есть свинина, алкоголь, то, что зарезанное без имени Аллаха, то есть животные, даже животные, которые можно кушать, баран, корова, если они зарезаны не по правилам шариата, кстати, многие из нас не знают этого до сих пор. Многие думают, что если не свинина, значит халяль. Нет, таудбиля. Если зарезано не по шариату, если зарезано животное, даже баран, даже корова, коза, без произнесения бисмилля, бисмилляхи Аллаху Акбар, слова должны быть, хотя бы слово Аллах должно быть. Выпущена кровь, то есть животное должно закладываться живым, по всем правилам, уложив ногами кибли. Если так мы не сделаем, если Аллах, слово, не произнесется над ней, над этим животным, то оно будет из разряда харам. И если человек будет кушать это, то 40 дней, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не принимается его дуа. 40 дней. Остерегайтесь этого. Уберегите свои желудки. Уберегите свои языки, уберегите свои желудки и уберегите свои половые органы. Три вещи уберегите. И посланник Аллаха обещает такому человеку спасение в судный день и вечный рай.
язык, желудок, половые органы. Это три вещи, которые очень сложно сдержать. Но если мы их сдержим, мы обретем счастье в этом и в последующих мирах. Иншаллах. Еще машина 509 тоже перегородила. Проезд уберите, пожалуйста. Также, если мы употребляем харам, запрещенные для кушания, для поедания вещи, с ними вместе заходит и шайтан. И усиливает в нас те пороки, которые и так есть изначально в сыне Адама. Дальше бедуин продолжает. Я желаю, чтобы мой Господь не опозорил меня перед всеми в судный день. Посланник Аллаха Саллям говорит, сохрани свой половой орган от зина. То есть не делай зина. То есть недозволенные внебрачные половые отношения. И твой Господь не опозорит тебя перед всеми в судный день. По законам шариата в мусульманских странах, где применяются законы шариата, хотя бы в большинстве своем, за зина, за прелюбодеяние положено суровое наказание. Если человек погулял, то есть совершил половой акт не с женой, ему положено 100 ударов розгами в шариатской стране. Это если он не был женатым. Но если он был женатым и погулял, то ему вообще положено в исламских странах смерть. И смерть это страшная. На живую побитие камнями. Кто это увидит своими глазами, никогда, наверное, если он верующий, не приблизится к совершению зина. Потому что если на этом свете такое наказание, какое будет, вы подумайте, какое наказание будет на том свете? Если на этом свете такое страшное наказание, в мучительной агонии умирает человек, которого побивают камнями, кидают в него камни до его смерти. Какое наказание будет в том мире? А в том мире наказание будет в сотни крат сильнее и страшнее. Поэтому задумайтесь над этим. Это очень актуальный вопрос сегодня в нашей общине, потому что многие находятся вдали от своих жен. Многие находятся здесь с целью заработка, и, соответственно, жены остались там, на своей родине. Но вы держите свои половые органы. Опускайте взгляд. Первым шагом к совершению зина это взгляды. Это если вы смотрите на обнаженных женщин, которых, конечно, здесь пруд пруди. Посланник Аллаха Сасалин советует таким людям поститься. Каждый день поститься. Это снизит желание вашего нафса. Говорит бедуин, я желаю, чтобы мой Господь не огласил мои грехи в судный день. Не разглашай недостатки своих братьев и не огласи твой Господь грехи твои в судный день. То есть, братья мои, оправдывайте друг друга. Оправдывайте, ищите оправдания в любом случае. Относитесь как к брату. Вы же будете оправдывать своего брата. Если даже ваш брат, мусульманин, зашел в бар, вы думаете, он не зашел туда, чтобы харам делать или чтобы пить? Вы думаете, он зашел туда, чтобы дават делать этим заблудшим людям? Так думаете? Так говорите? Если человек сонный сидит, вы не говорите, что он всю ночь гулял и где-то веселился. Вы говорите, что он тахаджуд, наверное, читал всю ночь. Поэтому сонный. Смотрите на своих братьев лучшими глазами. Не подозревайте ни в чем. Не надо. От этого только увеличивается фитна. Если человек почитал здесь намаз магриб, фарс с джаматом, вышел в ту комнату, там почитал,
Не надо говорить про него, что он не читал суннат. Не надо замечать эти вещи. Смотрите только за собой. Оставьте в покое братьев. Кто приходит в мечеть, дунья полностью выкидывает. Дунья полностью должен выкинуть. За пределами ворот. Вступил на территорию мечети, все, про дунья забыл. Только Аллах, его посланник и религия его в вашей голове. Ничего больше. Приносите пользу, говорите только благие вещи. Несчастный человек тот, кто приходит в мечеть с гибатом. Позор. Приходит раз в неделю в мечеть, или раз в месяц в мечеть. Но не зарабатывает саваба, а зарабатывает только грехи. Разве мечети созданы для грехов, что ли? А гибат тяжкий грех. Дальше бедуин продолжает. Что оберегает от грехов или проступков? Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это слезы, покорность Аллаху и болезни. Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если больной, находясь, лежа на своей кровати, испытывает огромные мучения, ему больно, и он говорит все равно, сквозь зубы, «Альхамду лиллях». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит, что ему прощаются все грехи. Все грехи. И он получается как младенец новорожденный, без грехов. Говорит, даже если их было как пены в море, столько много, так много грехов, как было, как будто пены в море. Все грехи стираются ему. Дальше бедуин продолжает. Что из плохого отвратительнее для Аллаха? Посланник Аллаха саллям говорит, плохой нрав и следование за своей алчностью. То есть, кто стяжает богатство. Богатство, богатство, богатство. Ничего хорошего в нем нет. Пользы только в достатке. В богатстве нет пользы. От этого развращается сердце. Что смягчает гнев Аллаха в этой загробной жизни? Посланник Аллаха саллям говорит, милостыня, то есть садака, поданная тайна и поддержка родственных отношений. То есть скрытая садака, когда левая рука не знает, сколько дает правая, который не попрекает потом поданным садака, который блюдет родственные отношения. Дальше бедуин говорит, что тушит огонь ада в судный день. Терпение, говорит посланник Аллаха, сабр, говорит. Терпение при всех бедах и несчастье в этой жизни. Говорит посланник Аллаха, что будут люди, которые сразу из своих могил будут входить в рай. Сразу из могил в рай. Ангелы, которые будут в раю, удивленно будут смотреть на них и спросят, за что же вам такая награда? Почему вы из могил сразу в рай? Вы испытывали мучения в могиле? Допросы в могиле, они скажут нет. Вы были в судный день, на судном дне, они скажут нет. Их ангелы спросят, вы проходили через мост над адом, сыра, проход через который крайне труден. Они скажут нет. Спросят ангелы, так за что же вам такая награда, такие почести? Они скажут за две вещи. Во-первых, говорит, первое, это когда мы находились наедине друг с другом, сами с собой наедине, то мы всегда знали, что Аллах нас видит. А второе, это мы были всегда довольны, предопределенной для нас Аллахом долей, какой бы маленькой она ни была. То есть то, что предписал нам Аллах, мы должны быть этим довольны. Вот такой вот хадис его передал имам Ахмад ибн Ханбаль. Еще небольшое объявление. У нас создали мусульманское спортивное общество. Руководитель Кинжибай Кинесович
Маджидов, и он попросил сделать объявление, что набирает маленьких детей тоже для обучения рукопашному бою, борьбе, самбо, дзюдо и другие виды спорта. Сам он тоже профессиональный тренер, чемпион Казахстана по боям без правил, очень хороший наставник в области ислама и спорта. Говорится, даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любил спорт и любил единоборство, то есть борьбу. Раньше даже один был кафир, один был неверующий, один был джагиль, его звали Руканат ибн Абу Зайд. Он был известнейший борец Саудовской Аравии, ну, в Аравии, да, раньше Саудовской не называл, Арабистан. В Арабистане был известнейшим борцом. И он сказал, о Мухаммад, салям, если ты поборешь меня, я приму ислам. И пророк, салям, вышел к нему, тавакуль на Аллаха сделал, и сразу заборол его в первом же раунде. И во втором сразу заборол, и в третьем сразу заборол. И Руканат бин Зейд, ибн Абу Зейд, он сказал после этой схватки, он сказал, мои руки не слушались меня, мои ноги меня не слушались, говорит. И посланник Аллаха тоже участвовал в качестве зрителя вот в этих соревнованиях. И заниматься борьбой и заниматься вот этими контактными видами спорта, единоборствами, это тоже является сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И в проходе, когда заходите, ботинки не ставьте на проходе, чтобы не мешали. Сейчас там, на улице желательно оставлять, и в следующий раз, когда приходите, тоже желайте своим братьям того же, что желаете себе. То есть свои ботиночки аккуратненько ставьте по краям, чтобы нашим братьям было много места, чтобы пройти. Аминь. И Аллах Всевышний, прости наши грехи, объедини нашу уму, удали от нас фитну, раздор, нечестие. О Всевышний Аллах, сделай наши деяния соответствующими деяниям сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, соответствующие деяниям истинных мусульман, чтобы мы несли мир, спокойствие и лучший пример на эти земли, на людей, которые не в исламе, помогали и собственным примером способствовали бы тому, чтобы люди принимали ислам. Ва саллаллаху та'аля аля хайри халькихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة
وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.